Рыбинские и Новоселовские районы края получили новые автобусы, оборудованные для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Транспорт оснащен автоматическими подъемниками для инвалидных колясок и специальной мобильной площадкой. В салоне 17 мест для пассажиров. Какие маршруты будет обслуживать новый спецтранспорт, решат непосредственно в муниципалитетах. Отмечу, что пазики приобретены в рамках государственной программы соцподдержки населения. Это позволяет людям, которые имеют ограниченные возможности передвигаться, ездить в медицинские учреждения и по другим своим целям, для того, чтобы полноценно жить и чувствовать себя обычным человеком. Конечно, это подарок не только людям, которые у нас ограничены, к сожалению, возможностями, инвалиды. Это также автобусы, которыми будет пользоваться обычное население, и оно также будет в помощь.